Господи, слава Тебе! Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яко насытилась и на земных Твоих благ. Не лишилась и небесного Твоего царствия. Но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, дая им, приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Слава Тебе, Христе Божий наш, аллилуйя. Аминь. Собственно, сказать-то нечего, уже все за столом я сказал. Но у меня мысль приходит, почему никто других не обогащает своими талантами. Единственное, которое у нас выделяется из нас, это Ливия. Она ходит каждый день играть на пианино, чтобы не забыть там что-то. То есть она все время тонус свой поддерживает, чтобы не потерять. Остальные, так, серая масса. Ничего оригинального нету. Неужели вы ничего не научились, чтобы другим передать? Чтобы кто-то вязать может. Ксения, тебе скучно сразу делается? Куда попало? Глаза в разбежку пошли. Стой внимательно, слушай. Ничего не умеешь делать. Узелок завязать на нитке, где иголку вдернул я, положил, через 5 минут перехожу, а что не шьешь? Я не могу узел. На нитке узел не может завязать. А он завязывается одной рукой, тремя пальцами. Сколько угодно узлов завяжу одной рукой. Так это чисто женское, необходимое в хозяйстве. Научиться вязать. Но почему было бы не научиться-то? Никто не умеет. Кто умеет вязать варежки? Варежки умеешь вязать. Ну что выскочил-то? Ведь не умеешь, зря выскочил. Никто бы и не знал, что ты не умеешь. Кто умеет трясти корзинки? Видите, сколько можно. У нас тут лоза есть. Пойти там нарезать, в воду опустить ее, там, чтобы она гибкая была. Даже никто к этому не стремится. Я не пойму, почему они еще не рыбачат, дети? Кто удочки привез? Мы просились. Мы просились. Нас не пускают. Так вы рыбачили, нет? Нет еще. Мы просились. Не пускают. Предлагал? Нет. Ну а почему? Червяков хватает. Удилище можно сделать у нас здесь. Сделать это сегодня надо. Ну сделать после обеда. Не до обеда. Так, Тимоша, уши оставь. Ну что ты их мучаешь? Значит, удилище надо вырубить. А вырубить удилище, блин, это там, где старая баня была. Там пойти поискать. Там полно всего. А нет, значит, ну там, где растет молодняк ивы, чтобы удилище такое гнулось. У вас удочки как? Поплавками совсем? У меня есть. Некоторые привезли свои так, удочки. Если удилища будут готовы, кто может уже заранее начать ловить? Кто? Я. Прям выйти ловить? Я. Андрюша, ты руку выкинул. У тебя удочка есть? У Тимофея есть? Удочка да. есть. У Тимофея ну, что, только три. У Тимофея еще есть. Удочки нету. У Тимофея есть. У Тимофея еще есть. Ну почему не заказали-то? Тимофей, что руки не поднял? Подними. Я поднимал. Что? Я не знал. Поднимал. Он говорит, я поднимал. Ну я не считал. Четыре. Ну мы по всему берегу. Правда, тогда мы с пирса ловили. Пирса-то нету. Ну с берега ловят некоторые. Гальян рыба мелкая, но вкусная, и у нее как костей нету. Вот пост кончится, ее с яичницей, как и делают, с яичками жарят, с яйцами. Это очень вкусно. Пироги из нее делают, фарш там, я не знаю, что такое, мелят ее на мясорубке, котлеты из нее делают. Простая рыба, гальян. Знаете, гальяна нет? Нет. Это простенькая рыба, она не опасная, других рыб не пожирает, это не ротан. Игнатий Тихонович, помните, вы этот, вам тетя Зина в прошлом году изготовила вот такой вот большой пирог из гальяна? Да. Подарочный был пирог. Но я же его не съел один. Я только так корочку там съел. Так. Спаси Христос, поварам накрывай. Виктор Николаевич, тебе рыбу оставили там. Девочки, забирайте свои. Тиша. Принадлежности там. Дядь Володя, а? У меня тебе принято, что они... Конечно. Вместе все. Знаете, Тиша, можно идти переобуться? Можно, все переобуйтесь только, переобуйтесь. Знаете, Тиша, можно, когда пост пройдет, я буду омлет делать? А из чего ты будешь делать? Ну, из яиц. Ну, тогда надо говорить уже, кто на кухне будет. С ними переговорить. Мама будет там. Конечно, можно. Хорошо. Это все можно.
Я носки умею вязать. А? Носки вязать умею. Умеешь, вот надо показать тебе, Надежда Васильевна. Начинайте уроки вести. Девочки должны уметь все. Надя Тихонович, я вижу, что могу поплывки дать на удочке. Что делать? Эти крючки дать на удочке. У меня очень много сейчас с собой. Вот. Сколько у тебя удочек? У меня две удочки. Надо больше, чтобы и девочек были. Ну, я знаю. Я могу крючки дать там. Значит, удилище надо наделать будет. Пойти, как-то дядя Володя пойдет, там, где нарезать или там. А потом, чтобы сами ошкурили. Сделали все. Значит, занятия. Приготовить целую команду рыбаков. Надо нарезать. Хорошее удилище. И одних посылать без толку, они ничего не сделают. Я могу сделать. Ты можешь нарезанное, а туда ты не сделаешь. Нарежешь — еще попало. Дело в том, что я не доверяю вам. Вы меня так поставили в такие положения, что я уже не доверяю вам. Поэтому пойдете со взрослыми, нарежете там по берегу, даже где у большого храмового храта, у пруда храмового, поискать. Уделишь 10 сделать хотя бы. Ладно. Ну что ты ходишь, а? Здоровая моя рыжая кошка. Владимир, мне кажется, что она беременна. Мне тоже так кажется. Все, я повел.